Buonasera, benvenuti a tutti. Grazie di essere qui. Добрый вечер всем. Спасибо, что вы пришли. Спасибо всем, которые из ваших домов участвуют в этой встрече. Я хочу приветствовать наших гостей. Хочу сейчас их представить. Из Лос-Анджелеса Грегори, который основал одну организацию о трудных подростках из Украины, с Украины, из Харькова. У нас есть Анастасия Золотова, директор Эммауса. И с нами есть депутат Мария Кьяра Гадда из партии «Живая Италия». И Симона Карубене, она является директором Центра о воспитании детей в Букаресте, в Румынии. Когда мы говорим о бедности, о солидарности, о социальной дружбе, о милосердии, в конце концов, мы говорим о потребности. Это всегда риск смотреть в лицо на нужду. Тем более, что сегодня как-то они вроде бы как-то растут и растут. И мы бы хотели использовать это наше время диалога, чтобы спросить у них, которые основали какие-то дела благотворительности, какое есть ваше отношение с нуждой, почему не надо закрыть глаза, не надо скрываться перед нуждой, но попытаться работать с этой нуждой. Я бы хотела, чтобы вы рассказали, что вы открыли для себя в эти годы и что вы открываете для себя сегодня. Сначала отцу Бойлу, он является иезуитом. Он был капелланом в очень как-то особого назначения тюрьмы в Америке. Он работал с христианскими общинами в Боливии. А потом, в 1988 году в Лос-Анджелесе возникла эта организация для реабилитации. Это огромная организация. Они принимают около 8000 людей в год, которые могут открыть заново свою жизнь. Сразу скажем, что его работа, работа его сотрудников стала образцом для 350 организаций во всем мире. Поэтому я хотел бы очень вас спросить, отец Грег, что вы открыли в эти годы именно для себя, пока вы провожали путь и потребности людей, которые вы встречаете? Спасибо огромное. Для меня это большая привилегия быть с вами сегодня. Я желаю вам всего возможного блага. Homeboy Industries была создана 30 лет тому назад, когда у меня были еще волосы, и когда я был настоятелем в Лос-Анджелесе. Это была
церковь миссии Долореса, и в этом месте были очень много гангстеров, были очень много проблемных людей. В 1988 году я увидел первого убитого человека, первое убийство. Я увидел почти 300 людей, которые были убиты в это время. И я стала работать с этими, скажем, убийцами. Вначале мы не могли найти людей, которые дали им работу. Но как-то и тогда мы создали, мы открыли как-то место, где мы сами пекли хлеб, и где эти люди могли жить. Мы также увидели, что мы нуждались не только в том, чтобы отдать работу. Мы должны были лечить людей, которые получили столь много травм. Члены этих гэнг, которые были больны не только физически, а душевно, духовно. И поэтому мы создали общину, где люди просто как-то понимают, что они связаны между собой. Это как семья, это как родство, которое возникло между нами. Это не то, что мы спасаем людей или спасаем жизнь людей. Мы просто создали место, где люди могут жить в безопасности и начинать работать. Работать также как-то в работе, а также работать над самим собой и как-то преодолевать стыд. Поэтому мы рядом с бедными, с теми, которые маргинированы, маргинальными людьми. Мы рядом с теми, кто не может даже терпеть свою боль. Мы рядом с теми, которые просто живут в одиночестве, все как-то смотрят на них с презрением. Мы стараемся быть рядом с униженными, чтобы они могли бы войти заново в обществе, чтобы их интегрировать в обществе. И 100 тысяч членов этих банд в Лос-Анджелесе, они приходят к нам, и каждый из них скрывается перед стеной стыда. И единственная вещь, которая может как-то преодолеть эту стену, это сладость, это умиление, нежность. Мы говорим, помним, кто ты такой на самом деле. Мы помогаем им помочь увидеть свое, их настоящее «я». Ты есть то, что Бог имел в своем уме для тебя. И каждый член этих банд входит к нам и обычно их матери страшные люди, и они должны как-то отделяться от всех. Они стараются жить с нами 1,5 года, скажем так. Это минимальный срок для того, чтобы, скажем, присоединиться к другим. Матери должны познакомиться с детьми, или дети должны познакомиться с матерями. Потом они выходят отсюда, и мир ставит перед ними любые вызовы, но здесь они учились и знают уже, как ответить на эти вызовы, на эти проблемы. Когда мы воспитаем заключенного, заключенный скажем, что когда заключенный выходит из тюрьмы, может вернуться. Но те, которые прошли через нашу организацию, никогда не возвращаются к прошлой жизни.
потому что они чему-то учились нового. Это уже новизна, это новость, которую увидели. Это как раз социальная дружба, как вы сказали. Это как раз отличие, различие. Вот тогда начинается вот эта связь между нами. Не только я, а мы. 15 тысяч человек приходят к нам в год. У нас есть 10 предприятий социальных. У нас есть рестораны, есть разные мероприятия, предприятия, где они могут работать. И вот этих мастерских они учатся работать, но они сами работают и таким образом могут вылечиться. Таким образом они могут заново начинать, чувствовать себя легче. У нас они могут найти типа как храм, и они могут потом стать этим храмом и для других. И тогда потом возвращаться домой к своим детям и уже показывать тот храм, который они встретили. И вдруг такой испорченный круг ломается. С 92 года мы имели 1000 убийств, связанных с гангстером. Но надо сказать, что это число уменьшилось все больше и больше. И я думаю, что это именно потому, что есть наша организация, где люди могут думать и мечтать о другом будущем для себя, для своих детей. Как общество, если мы хотим уменьшить преступления, мы должны передать надежду теми, которые в отчаянии, травматизирован людям, которые им плохо. И надо также лечить тех, которые имеют проблемы ментального здоровья. Мы рядом с людьми, с теми, которые более маргинальными, именно потому что мы хотим их вылечить. Иногда говорят, что мы тратили свое время, но пророк Иеремия говорил, что всегда будет голос тех, которые нуждаются в исцелении, всегда будет голос святых. Я поздравляю вас, потому что вы делаете так, чтобы люди, всех голоса всех людей, которые нуждаются, могли бы быть слышаны. Спасибо. Спасибо, отец Боль. Я хочу спросить у Насти Золотовой. Сейчас отец Грег говорил о связи, о родстве, можно сказать. Настя возглавляет ОНГ, некоммерческую организацию Эммаус в Харькове, которая строит возможность как-то интегрировать сирот или детей с проблемами, с инвалидами или с тех, которые ушли из войны. Но вы не говорите о том, что вы не являетесь как-то организацией, а компанией друзей, которые провожают других в поисках своего призвания. Расскажи, пожалуйста. Здравствуйте всем. Спасибо митингу для неожиданного приглашения. Это для меня большая честь говорить на митинге. И хотелось бы подчеркивать то, что сказала Александра, что мы считаем себя как группа друзей, которые провожают сирот или инвалидов в поисках своего пути, их пути. Мы сопровождали детей, которые были оставлены, преданы, и которые вообще
большой дезориентации. Мы столь много получили от больших друзей, как друзей АВСИ или кооператив Импровисто, школа Трач и так далее, и так далее, что мы хотели бы тоже передать то, что мы сами получили и нашим детям, и всему миру. Маленькое уточнение об Украине, чтобы вам дать понять, в каком контексте мы живем. Украина – это бывшего советского государства, и сегодня тоже есть большое как-то влияние этого советского наследия. Не столь далекое время, когда инвалиды должны были быть просто невидимыми, что они не должны существовать. И даже когда родились такие дети, подсказывали семьям просто их оставить. И это, к сожалению, иногда сегодня тоже делится. Поэтому то, что мы делим, работаем с этим чувством оставления. Я хочу просто процитировать то, что говорит мать Тереза. Она говорила как раз о проблеме бедности, и это очень важно, что она говорила, что надо просто уважать бедность. Самая худшая бедность – это не даже проказ или голод, но ощущение, что тебя оставили, что тебя не любят. Кто такие наши дети? Это дети, сироты, которые только что вышли из дома для оставленных детей, когда им исполнится 18 лет. И у них очень большая язва, их предали, им изменили, их оставили. Вот эта язва, которую они носят с собой всю жизнь. Им говорили, что их рождение было ошибка, и они слышали о том, что они бесполезны, и что они будут просто или убийцами, или преступниками, или пьяницами. И мы спрашиваем себя, ну как можно жить, когда на тебя смотрят таким образом? Это последствия, что эти дети никому не верят, никому не доверяют. Они не думают, что есть возможность встречи и возможность какого-то блага для себя. Они говорят, что могут полагаться только на себя, но это тоже неверно, потому что они тоже не на себя верят. Поэтому мы взрослые люди занимаемся с ними, потому что мы знаем, что эти дети – это дар для всего мира. Мы верим, что они могут иметь счастливое будущее. Мы пытаемся как-то работать, чтобы расширить такие уменьшенные образы, которые у них есть. И мы уверены, что они могут вместе с нами бороться за их счастье. Иногда это то, что обычно делают дети, родители, когда говорят детям, что они могут, что не смогут. И мы каким-то образом являемся родителями для наших детей. Эти дети уже большие физически, но, скажем, психологически это еще дети. Они должны еще открыть для себя, что существует отец, мать, кто-то, который тебя любит, который тебя захотел. И что факт, кто ты есть, это результатом, что тебя любили. Но я хочу рассказать просто два примера, чтобы показать, откуда возникает вот это муж говорит «я» для них. Эти два молодых человека, которые мы встретили через непредвидимую встречу. Мы встретились с ними именно на митинге. Это организация Виталий,
который как-то сопровождает летом в Италии детей, которые жили на Украине. И в 2018 году мы некоторые итальянские семьи к нам обратились и говорили, вот что есть некоторые украинские дети, которые были у них в гостях, но видели, что у них были проблемы. И поэтому эти дети на Украине стали нашими и стали все больше и больше. Первая история – это история Эдика, очень красивый мальчик. Он жил в доме для сирот с самого детства. И у него есть итальянские, скажем, родственники летом. Он стал потом жить в нашем доме. И мы увидели, что у него был очень сильный страх перед реальностью. Он боялся все время. Карантин нам помогла, потому что мы взяли большой дом за городом, где мы жили со всей группой, со всей школой, в ежедневной жизни. И таким образом Эдик вдруг нам рассказал то, что он хотел бы сделать в жизни. И тогда мы дали ему ответственность как-то координировать собрание продуктов. Это что-то, которое они хотели сделать уже давным-давно. И мы организовали это собрание продуктов именно потому, что мы видели, что у него было такое большое желание. Эдик, который обычно ничего не делал и не хотел делать, и не умел делать, после того он учился. Мы как-то помогли ему, что надо, во-первых, вставать утром, пойти на работу, и потом писать тексты, организовать и так далее, и так далее. Но таким образом Эдик понял, что он возглавил организацию, понял, что мы верили в нем, и Эдик таким образом после этого решил поступить в университет и сдал экзамены, и вот сейчас начнет. Сейчас будет видео об истории Эдика.
Сейчас расскажу вторую историю. Это история Паши. Это особая история. Но как история Эдика имеет для нас универсальную ценность. Итальянская семья тоже контактировала нас, говоря о том, что вот этот мальчик, который они жили у них летом, попал в тюрьму. И поэтому мы познакомились с этим Пашей. Первые 6 месяцев мы не виделись, просто наш юрист работал с ними. Мы передали через него в тюрьму какие-то продукты, какие-то сигареты. Потом мы участвовали в судебном процессе, и судья дал ему просто домашний арест. Поэтому мы вышли из суда с новым сыном. Вот сам Паша сейчас скажет, пожалуйста. Говорит Паша, мне 24 года. Я рос в приюте для сирот. Мои родители, я никогда с ними не познакомился, потому что они были оба алкоголисты. Я участвовал в программе путешествия в Италии. И тогда вот эта итальянская семья стала моими настоящими родителями. Ездил к ним 6 лет. Потом я вышел из приюта и жил с девушкой, которая была беременна. Но ее партнер покончил с собой. И мы сейчас живем с ней. И у нас сейчас есть 3 ребенка. Я попытался работать, чтобы поддерживать свою семью. И я перестал ехать в Италию, потому что у меня не было денег. И мне было стыдно сказать правду своей итальянской семье. Но когда ситуация стала слишком трудной, потому что не было работы, не было денег, я стала воровать. Но когда меня поймали, меня арестовали. В тюрьме здесь есть наркотики, есть алкоголь, есть клопы. Нельзя просто жить. И постоянно люди покончат с собой. Слава Богу, мои родители узнали, итальянские родители узнали об этом. И тогда через Эммаус я получил юриста, получил идеала, получил помощь. Я знал, что это друзья моих родителей. И во время суда, судебного процесса, я их увидела. Они кое-что говорили судье, и он меня освободил. И тогда я стала работать в приюте Маусе. Через 1,5 года я очень много понял. Я стала работать на заводе, работаю много и получаю деньги. И хочу воссоздать свою жизнь и заниматься своими детьми, которые пока они находятся в приюте. Но я хотел бы, чтобы они жили со мной. У меня есть еще много страха. Страх, прежде всего, пойти в тюрьму, потому что судебный процесс еще открыт. Я боюсь терять своих детей. Но самое главное, что у меня есть одна уверенность. Есть друзья, которые вместе со мной, которые помогают и которые живут со мной. Это семья, которая меня любит. Меня любит. Я понял, что сильный человек – это не тот, который может все сам, но который имеет друзей, с которыми он может жить. Это то, что я хочу закончить с этим. Для того, чтобы сказать «я», нужен другой. Спасибо. Спасибо огромное. Сразу переходим в Румынию, потому что времени стало мало. Симона Карубени является директором этой организации.
главными геропротагонистами в воспитании. В этом году будут уже 10 лет. Она итальянка, но живет давно в Бухаресте. Они работают прежде всего с оставленными детьми. Поэтому, если вернуться к тому, что говорил отец Грег, есть они, и я хочу спросить, как, что значит для вас, как этот «мы» строит вашу личность? Спасибо. Во-первых, добрый вечер всем, и спасибо всем, и прежде всего организаторам митинга. Потому что этот вопрос размышлять о бедности был для меня тоже повод размышления. После почти 20 лет жизни в Румынии, что, от чего я больше училась? Было очень много, потому что 20 лет, были 20 лет встречи. Я выбрала несколько историй. Первая история – это история, где мусор просто… В этом мусоре, где собирают мусор, живут семьи. Вот здесь видите типичные. И мы стараемся помочь, чтобы дети пошли в школу и помочь молодым мамам. Ну, это, конечно, иронические попытки, но все-таки мы стали их друзьями. И мама, одна из мам сказала, что одна из главных проблем это было как раз отсутствие электричества. А как мы можем привести электричество туда? Мы сделали 27 солнечных панелей, чтобы дать им электричество. Это очень особый проект. Я не знаю с вами, но я увидела уже самые бедные места, где живут самые уязвимые. И есть сателлиты. Иногда мы даже думали, ну вот это бедные люди, но сателлит есть, или сотовый телефон, мобильник есть. Подумайте, что есть вот эти солнечные панели на мусоре. Но почему мы сделали этот проект? Потому что ночью эти семьи, там есть мыши, и это очень опасно для детей, потому что мышки кусают детей. Мы не можем абстрактным образом говорить о бедных. Это люди, которые мы встречаем, и которым надо помочь. Личность выше, больше, чем идея. Я не могу говорить о бедном, если его не встречаю, если я с ним не знакома. И папа Франциск говорил очень важную для меня вещь. Как мы смотрим на бедного человека. Он говорит, они считаются часто как паразитами, и бедным даже мы не прощаем их бедность. Я хочу спросить еще одно. Я знаю, что вы сами приняли девочку. И хотела спросить, как что.
Я живу там уже много лет. Мы работали с оставленными детьми. Я стала подругой группы этих детей. Одна из этих девочек, которая стала матерью, она пришла ко мне со своей дочкой, а потом мама ушла сама и осталась вот девочкой, осталась девочка, и поэтому трехлетняя девочка, и я взяла ее в опеку. В январе 2018 года мы поехали к папе Франциску, и это был прекрасный опыт для каждого из нас. Дети поставили 5 вопросов, и папа Франциск ответил, но был вопрос мамы моей девочки, которая для меня была большая провокация. Она спросила у папы, правильно ли дать девочку в опеку, потому что мама чувствовала себя одинокой. И папа Франциск ответил синтетически, что опека иногда правильна, но надо это сделать аккуратно, с уважением и с любовью. Вот эти три слова меня как-то преследуют. Это ежедневная провокация, что значит для меня с этой девочкой и с мамой этой девочки. И что значит и для других девушек, которые были со мной, у папы Франциска, которая была беременна второго ребенка. И первая девочка была уже удочерена, потому что она такой человек, что не может расти ребенка. Но перед теми словами, которые нам папа сказал, я поняла, ты ждешь второго ребенка. Кто может нам помочь? Мы выбираем другую семью, и она с большой болью смотрели на меня, потому что она уже оставила первый ребенок. Если вы будете отнимать меня, от меня и этот второй ребенок, я буду сжигать всю больницу. Я поняла, что надо что-то сделать. И тогда искала некоторые реальности в Румынии, которые могли бы принять ее с ребенком. Это была очень большая работа. Мы приехали в Тимишоару. Это очень далеко от Букареста. Это 10 часов на машине. А там живет девушка Адриана из другого движения, которая жила с другими девушками, которые вышли из приютов. И тогда я у нее спросила, вы могли бы принять и Розу, и нового ребенка? Роза поэтому живет с этим новым ребенком уже 3 года. И это прекрасно. Роза прекрасная, ребенок прекрасный. И она нас учила, это большое желание, что она стала более творческой, она работает дома, убирается, работает, она работает и готовит сыр. И второе, то, что она прощала нас о том, что мы дали в удочерение первого ребенка. Но она нас простила. И для меня это огромный опыт. Последняя история, это история Ромео. Это история, которую мне трудно рассказать.
Потому что да, перед такими историями ты спрашиваешь себя, есть ли надежда. Ромео в клетчатой рубашке, он умер, он сейчас в раю. Я познакомилась с ним, когда ему было 18 лет, его оставили в приюте. 18 лет он ушел, вышел из приюта и тоже как-то начал быть в нехорошей компании. И тогда нас контактировали и нас попросили помочь этому молодому человеку. Моя организация нашла ему работу. Движение Папа Иоанн 23 принял в приюте, который у них есть в Бухаресте. Ромео был 3 года, там был прекрасный человек, работал, ему было хорошо. А потом он заболел, у него была очень тяжелая болезнь печени. И потом у него появились психиатрические кризисы. Он стал опасным для нас и для других, которые были вокруг него. Поэтому он стал туда и сюда ехать в психбольницу. Потом вернулся и стал жить в этом контейнере. Мы поехали к нему увидеть его. Как раз он нас не ждал, когда был его день рождения. Потом ему он заболел ковидом и умер. У меня вопрос, есть ли надежда, потому что в таком случае мы ничего не решили. Он жил в контейнере, там, где были хлопы. Мы не помогли, не сумели ему помочь. Не решили вопрос болезни, но когда мы прощались с ними, мы обняли его, я никогда не забуду его глаза. Глаза, когда мы обняли его, это глаза человека, который чувствовал любовь на себя, который был уверен в чем-то и был радостный. На следующий день он говорил, он мне позвонил, мне сказал: «Знаешь, Симона, я пошел к социальной службе, я попросил более достойное жилье, потому что если у меня есть друзья, у меня есть ценность». Он очень много меня учил. Потому что он был именно уверен, что его любят. И в этой объятии, это не только было объятие между двумя, это не только, что мы его обняли, но это объятие Ромео самому священнику. То, что говорит Папа Франциск: «Я никогда не считал бедных, потому что нельзя считать. Бедных можно только обнять, не считать. Спасибо». Депутат Гаддан, после этой истории, я хочу спросить у вас тоже ваш опыт.
Я хочу вас спросить, какой ваш опыт? Это не мой первый раз в митинге. Я уже говорил о законе. Но никогда меня не спрашивали, что такое этот закон для меня. Потому что она сделала закон, чтобы о том, что не надо истратить продукты. Вот этот закон был уже одобрен в 2016 году. Сейчас был обогащен, расширен. Есть очень много примеров. Мы сегодня вечером послушали некоторые истории. Все истории, которые я встретила в эти годы, изменились с многих точек зрения, мое ощущение, мое восприятие вещей. Даже мой способ дать смысл словам или в законах тоже есть душа. Зависит от чего возникают законы, от проблем, которые есть в обществе. И иногда есть проблемы, которые как-то живут и живут долго как-то под землей, и потом как-то всплывают на поверхность. И этот закон о трате продуктов дал новый смысл словам, потому что в течение этих лет мы часто говорили просто о вещах, о том, что не надо тратить. То есть было всегда в отрицательном смысле. На самом деле этот закон изменил мою перспективу, потому что когда люди отвечают на социальные потребности, тогда это было как-то новая ценность, новая возможность оценить вещи. Это существенная разница. Ты можешь пожертвовать чего-то, что-то, а когда есть дар, дар предусматривает какое-то отношение, как говорилось во время этих выступлений сегодня, предполагает заботу, смотреть на другого со своими хрупкостями, но со своими возможностями, способностями. Вы процитировали другие еще законы. Тоже о социальном сельском хозяйстве. Как каждое и любое действие имеет смысл. Кормить животных, поливать растения. Могут делать все, даже те, которые не очень умеют работать. Вот это забота, которую каждый может делать и дает, оценивать тоже этих инвалидов, которые могут этими вещами заниматься. Изменилась в эти годы моя перспектива перед третьим сектором. Не только ответить на потребности, на нужды, но также социальная экономика. По-моему, это синоним. И как можно... И можно дать новые социальные... то есть это очень важно, то, что сегодня мы рассказываем. Мы можем как-то восстановить не просто вещи, но людей. Это новые организационные модели, образцы. Это всегда работать над ценностью. Мы не можем подарить брак,
Но продукты, которые теряют, может быть, и то же самое для людей. И таким образом если мы смотрим на богатство, которое существует в нашей стране, это очень важно, что излишнее это то, что может дать новую ценность вещам. Это разные формы. Я не могу сказать, что лучше, что хуже. Потому что любое дело, любая организация имеет свою ценность. Потому что некоторым людям нужен дом, другим нужны продукты и все прочее. То есть это разные пути, которые возникли, чтобы как-то производить новые ценности. Например, учить людей работать. Я думаю, что в этом смысле очень важное название сегодняшнего года митинга. Мы и я. Я даже не могла выбирать, это лучше мы или я. Но через истории, которые я встретила в эти годы, я просто открыла заново я. Мы не должны бояться я. Потому что я дает нам смысл ответственно даже внутри общины. Это законы, иногда законы дают место, пространство, чтобы каждый мог бы решить сделать свою часть, войти в русло солидарности. И это то же самое во всех историях, которые мы слушали сегодня. Это я, это его ответственность. И смысл тогда общинности. И изменилось таким образом мое ощущение о перспективе третьего сектора. То есть добровольцы, настоящая экономика. Реальная экономика, которая производит богатство через другую модель организации, которая дает нам возможности просто не думать только о личных интересах, а об общих интересах. Таким образом, в этом историческом периоде после пандемии у нас получилось время, чтобы как-то размышлять о наших потребностях, о наших возможностях. Есть люди, которые дарят свое время через добровольчество, и люди, которые дарят свою хрупкость. Примеры сегодняшнего вечера это стимул для каждого из нас, каждый своей с роли, кто политик, кто экономист, кто социальный деятель. Я думаю, что с этой точки зрения мы можем и должны расти вместе как община. Я думаю, что это очень интересно посмотреть, как иногда мы говорим о политике как службе, но видеть людей, как вы, которые служат, и как раз политика для вас это служение этим реальностям. Спасибо всем нашим гостям. Для меня это дар. Это по-настоящему дар, который мы получаем.
что такое нужда, что такая, такое потребность. И это можно открыть только когда ты встречаешь других. Спасибо вам огромное, спасибо вам всем, которые присутствуют, которые стриминги. Если вы можете, я очень вас прошу пожертвовать что-то, чтобы поддерживать наш митинг. Спасибо и добрый вечер. Доброго вечера. Can't honestly say.